Здравствуйте, вот это вот китайская коляска. Каждая из сторон отдельно будет регулироваться, ложиться или подниматься по вашему желанию. А также получается, у нее вот эта вот кепочка полностью закрывается. Есть столики. Это колясочка 13500, производство Китай. Ручку можно регулировать под рост, как вам удобно. И данная колясочка еще очень легко и удобно складывается. Вот таким вот образом. Вот. И вторая коляска. Вторая коляска немецкая идет. Также каждая часть из этих спинок будет регулироваться отдельно. Складывается коляска тоже таким же образом. Вот. Ну и она намного меньше получается, чем идет китайская коляска. Можете видеть. 25 13 500. Германия, Китай.